Новый сезон в Самарском театре оперы и балета откроется премьерой оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». Также в сентябре зрители увидят визитную карточку русского балета, постановку «Лебединое озеро». Затем их ждет главная премьера сезона «Возвращение легенды» балет «Щелкунчик». Я в своей жизни поставил 3 спектакля в мире, связанные с этим названием. И все они были подходы к одной большой теме, которую я давно хотел. Я воплотил первый раз в Берлине. Это спектакль, первоначальный спектакль, который видел Петр Ильич Чайковский, видел в том оформлении, декорациях и костюмах, которые благополучно дожили до сегодняшнего дня и сохранились в фондах Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Я возвращаю легенду, первоначальный спектакль «Щелкунчик» во всем его великолепии Императорского русского театра. Мне кажется, это будет чрезвычайно интересно. В этом году в Самаре зародится еще одна традиция. Пройдет новый фестиваль «Наследие». Он будет проходить каждые 2 года. Кроме того, зрители увидят балет-легенду Мариуса Петипа. Он ставился в 1904 году. Роман Бутона «Розы». После премьеры мы сразу буквально проваливаемся в фестиваль Шостаковича. Фестиваль Шостаковича насыщенный в этом году получился. Театр участвует в нем тоже премьерой оперы Бенджамина Бриттона. Впервые музыка этого композитора прозвучит на нашей сцене. Интересный, необычный проект. Опять-таки мы подошли, как мне кажется, не совсем тривиально к этому вопросу. В опере будут задействованы не только солисты театра, но и балет, Самарская хоровая школа, хореографическое училище, Институт культуры и даже школа акробатов. Театр – это всегда место каких-то новых поисков, новых идей, место креатива, место театральной постановки. Вот такие необычные премьерные, начало премьерных сезонов очень, мне кажется, востребованы сегодня у нашей публики, которая является нашим благодатным зрителем и слушателем нашего замечательного театра оперы и балета. Также коллектив театра оперы и балета ждут гастроли в Москве. На исторической сцене Большого театра артисты дадут оперу «Мастер и Маргарита» и балет «Раймонда». Будет вывезен весь коллектив. Что касается самарской публики, ее порадует Большой театр Беларуси. Он привезет 2 балета «Спартак» и «Иллюзия любви». Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События.